Всем привет! Пашка! Всем привет! Давненько мы не снимали влоги, некогда, и у нас уже на самом деле обед, и мы долго думали, снимать сегодня, не снимать. Не знаю, будем ли мы сегодня делать что-то интересное, но раз мы снимаем, то надо! Вот, у нас уже обед, и я готовлю, давно не готовила картошку с курицей, мы же типа ПП. Давно мы, в общем, картошку не кушали. Вот она там в духовочке запекается, я уже жду, она там вкусно пахнет. Тут так тепло, я сюда подошла погреться. Да, в духовке очень тепло. Сейчас мы пообедаем и будем снимать очень прикольный вызов. Сода челлендж со всякими ужасными вкусами. Вот, мы ждем Стаса, он будет нам помогать. Стас, спасибо! Как там горячо. Ужас. Выглядит вкусно. Ну еще бы. Картошечка вообще прикольно поджарилась. Вниз. Угу. Вы кушаете, всем приятного аппетита. Кстати, многие из вас, наверное, заметили, что у меня кончики уже практически не розовые. И кто знает почему, тот молодец. А кто не знает, я покупала краску, как сказать правильно, полу... Ну, она semi-permanent, то есть она через какое-то время смывается. Она на 4-8 шампуней, и потом она просто смывается, вот. Но я буду еще красить ей несколько раз, планирую покрасить, в общем, пока она не кончится. И хочу потом еще какого-то другого цвета купить. Вот, а так, пока мне нравится даже вот сейчас, какой цвет есть. Вот, Пашка тут встал такой, стоит, послушивает. Просто тут огород у меня, я смотрю, чтобы ты не смотрела на него. Давай покажем сейчас. Давай. Я увидел в интернете, что можно выращивать салат. Салат это? Ну, листья, ромейн салат. Да, его можно просто, короче, отрубаешь, ставишь в воду, и он растет. Можешь посмотреть, что у нас выросло за 4 дня? Да! Он, представляете, мне не показывал. Говорит, ты... потом, потом. Не смотри, не смотри. Чтобы ты для тебя был сюрприз. Точно. Только закройте жалюзи, мне кажется, не светло. А, нет, нормально. Офигеть, я не знаю, я вот в интернете посмотрела, думаю, у нас точно не получится. На самом деле это мало, обычно за 4 дня он такой вырастает. Просто холодно. Он на балконе первых стоял. Да, я думала, что он замерзнет. Он 3 дня стоял на балконе, а там вообще дубак по ночам. Такой огромный. Офигеть. Прикольно, у нас есть растение. Его можно есть. Думаешь? Через неделю. Да, и типа, если ты так будешь делать, ты сэкономишь очень много денег. Покажи, как уж. Смотрите. Салат. Ну, это салат, который используют для салата Цезарь. Ну, очень много слова салат. Как он пахнет? Как трава. Все, у нас есть тоже, как у Стаса, Ксюша, огород. Вот он. Вот он. Пароль! Какой пароль? Ну, открывай. Скажи фэмили. Привет! Привет. Че ты замолчал? Что тебе надо, женщина? Садись уже, снимать будем вызов с тобой. Что, куда камеру держишь? Что так поверни чуть-чуть? Ты что, совсем что ли? Девушка! Ты давай работай, садись, фокус настраивай, микрофон ставь. Стался, пошел, пипни там чуть-чуть, ага. По спине вот так вот сделай. Похлопай его, как чисто. В общем, мы пошли снимать видео. Фух, мы сняли этот вызов, и на самом деле было все не настолько ужасно, как я думала. Вот, и Стас, представляете, не хочет попробовать никакую газировку. Я его уговорила на одну. Мне она понравилась. Интересно. Пашки нет. Интересно, что Стас скажет. Она по запаху как тархун. Да вы их. Фу, она отвратительно пахнет. Она как тархун. Ну вот, кстати, да, она может похожа. Она как тархун. Она как тархун. Она как тархун. Абсолютно нет. Что ты хочешь делать с моим шаром? Он уже умирает, ему пора. Не добивай его.
Вот это прикольно. Мне нравится. Хватит уже. Кого хватит? Ты перестань, не хватит, нам ничего не хватает, нам еще надо еще надо еще паса. Давай, 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 пятюню паса, паса. Вот это офигенская шляпа. Да я попробую. Прикольно. В траве сидел кузнечик, большой как огуречек. Тра-та-та-та-та-та-та-та, свечки та-та. Тра-та-та-та-та-та-та. Мы пошли ловить кота. Да попробуй. Пук-пук-пук, ловь у тебя утюг. Прикольно. Почему у тебя так голос поменялся? Мне нет. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. All the fun is to ride with da-da-da. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Все хорошо, голос. Прикольно. Ребят, подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки, пожалуйста. Я вас очень прошу. Вам что, жалко, что ли? Это лайк всего лишь кнопочка одна. Мой бедный Шарик. Шарик, ой, у меня аж голова закружилась, нифига себе. Мы сейчас пробовали соду с беконом, короче, с шоколадом. Было так ужасно вообще. Я очень умерла. У тебя прям голос там какой-то громче становится. Да, вообще классно. У тебя лучше всего получается. Ну что, пойдем сегодня в спортзал. Будем зумбить или бодипампить. Что будем делать, я не знаю. Ну пойдем в спортзал сегодня обязательно. Все, у тебя уже голос кончился. Стас вытащил нас из дома. Едем сейчас в центр. Просто немножко погулять. Не знаю, просто едем в центр. У нас, кстати, пасмурно так. Мы уже из дома не выходили несколько дней. Мы только в спортзал ходили. Паша жил. I get those goosebumps every time, yeah. You come around, yeah. You ease my mind, you make everything feel fine. Worry about those comments, I'm way too numb, yeah. It's way too dumb, yeah. I get those goosebumps every time. I need the Heimlich, throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time, yeah, when you're not around. Мамочки. Мы приехали в отель, он называется Ария. Сейчас будем ждать Стаса, он поехал за Ксюшей. Вот она на работке. Здесь очень красивая такая стена, фонтан. Даже не знаю, как правильно назвать. Цветочки здесь красивые. Вообще мы сюда приехали, чтобы опять пойти в буфет, но для этого нужно сделать билетик бесплатный. Чтобы его сделать, надо где-то оставаться в M-Life, типа, казино. Да, в отеле надо остановиться, переночевать. Ну такие, что, типа, знали это. Да. Но мы все равно пойдем в буфет. Мы сейчас мы хотели как бы купить бесплатный вообще, как это, проход. Просто бесплатный буфет мы могли бы бесплатно кушать. А так мы купим 2 за 1. То есть мы придем, заплатим за одного человека, а второй будет бесплатно. Завтра. Завтра. Наверное, многие из вас сейчас спросят, как мы вообще это делаем. Бесплатно ходим на какие-то развлечения. И сейчас мы еще раз расскажем, мы уже рассказывали до этого. Мы играем в приложение специальное. Кстати, уверена, можно ли здесь снимать. Мы прям по казино идем. Сейчас к нам подойдет охрана и выгонит нас. Так, давай вот. Смотрите, я ухожу с коврика. Все, я не в казино. Вот. В общем, у нас есть приложение специальное на телефоне, называется My Vegas. Мы в него просто играем. Там купятся очки, которые можно обменивать на билеты в кино, ой, в кино, билеты на шоу, всякие буфеты, рестораны, отели, ну, всякую, развлечения. Да, на ночь в можно, кстати, да. Там много очень чего. Много всего. И мы меняли раньше на шоу, сейчас хотели сходить еще в буфет бесплатно. Заплатим только за одного. Смотрите, кого мы здесь встретили. Это же Ксюша. Как раз выходит из покер-комнаты. Какая красота. Интересно, настоящие цветы? Конечно, настоящие. Да. Ну просто вот эти розовые, которые, вот я не знаю, не розы, они как-то не настоящие выглядят. А все остальные как настоящие. Сейчас подойдем, посмотрим. Ну что, будем нюхать?
Они настоящие. Ага. Ты чувствуешь, пахнет вкусно? Эти а вот это искусственное, да, как я и думала. Игровые автоматы с сериалами. Смотрите, Игра престолов, Orange is the New Black и Breaking Bad. Здесь еще есть Секс в большом городе и Мальчишник. Сколько? $20. А 5 закинул? Сколько ты закинул? 5 или 20? 5? Выиграл 20? Нифига себе! Приезжайте в Лас-Вегас! Гуляем! Просто на все деньги! Мы уже на самом деле едем домой. Так немножко погуляли по этому отелю. На улице холодно очень гулять. Вот, и уже через 40 минут нам надо идти в спортзал. Я хочу сегодня пойти на новые занятия для меня. Бодипамп. Я уже говорила, да? Ну ладно, скажи еще раз. Вот, там надо будет заниматься со степами и с весом с каким-то. Блин, мы встали в пробку, и я боюсь, что мы не успеем. Капец, через 10 минут занятия просто, как бы мы. Что до спортзала ехать? 5 минут. Через 7 минут занятия. Блин, вообще не очень. Конечно, можно опоздать, но просто нежелательно опаздывать. Я первый раз не знаю, что, куда, как вообще, что там делать. Ну, почти. Ну, можешь выбегать. Побежала. За 3 минуты доехали до спортзала. И у нее еще есть 4 минуты до начала занятия. Мы просто в самый час пик приехали. Вечер. И я где-то в 9-м ряду парканулся. Когда на выходные там можно в первом стать. О, боже. Вот, и мне спешить некуда. Мне сегодня грудь качаю. Скамьи всегда для жмулёж свободные. Так что нормик. Точнее, они не свободные, их там просто штук 15. Одну ту же я себе найду. LVAC. Мы уже наконец-то дома. И мы так устали вообще. Мы прибежали, быстренько покушали и сидели, короче, ели. После тренажерки вообще так кушать хочется постоянно. Да. Причем я такая поела, сделала себе курочку, салатик. И потом такая, хочу еще орешек. Манго, апельсин. Очень. Я еще просто съел картошки, много курицы, 2 бутера заточил. Жесть. Я до сих пор голодный. Реально хочешь кушать? Я знаешь, как качнулся сегодня? Я тоже. Вообще такая тренировка была просто жестокая. Ну, как бы я первый раз, я как бы, ну, не знаю, я такой как бы дохляк. Ну, не дохляк, но не знаю, я не качок, а там надо было с весом. В общем, там такая штанга, на которую надевают гантели, ну, как бы вес. И этот же вес можно использовать как гантели. Там такая специальная ручка. И мы то со штангой что-то делали. И вообще там и на плечи, и на бицепсы, и на трицепсы, и на грудь. И мы и отжимались. И, короче, и попу качались. И ногу еще. И пресс качали. И просто у меня уже там так ноги тряслись. И вообще, ну, прям... Там реально все тело, короче, да, прорабатывается, да. Прикольно. Так пришел сразу, покачался весь. Вообще классная тренировка, мне очень понравилась. А послезавтра у тебя? Да, послезавтра зумба. И я вообще Анна, такая, я хотела 2 дня отдохнуть. Да. Нет, я не могу пропустить зумбу с Кристиной. Ты придешь, короче, встанешь возле стеночки, постоишь, посмотришь на нее. Просто чистой энергией зарядится. Да не, ну на зумбе можно как бы в полсилы танцевать, но...
когда такая прям энергетика прикольная, там не получится, знаешь, полсилы. Такой вот у нас вложик получился. Надеюсь, что вам вообще он понравился. Если так, то ставьте лайки, потому что вы нас просите снимать больше влогов, а нам хочется снимать что-то прям, ну, классное, прям интересное. Но завтра будет классный влог. Мы опять идем в буфет, у нас будет денем-шоу опять. Так что подписывайтесь, чтобы не пропустить. Мы еще не были в этом буфете, обязательно вам покажем. Да, новый буфет, там новые блюда. Ну, как бы все новое, и вроде нам интересно. Вроде даже покруче, чем предыдущий будет, да? Нет. Нет, не круче? Нет, Белачев лучше. Ну, они примерно на уровне. Ну, мне интересно, просто Ария, она там, да, такой дизайн, как бы, понове. Как-то... Пафосный такой. Да, прям, как-то, да, пафоснее. Ну, все. Вот вы сегодня немножко видели. На самом деле, для тех, кто живет в Лас-Вегасе, пойти в буфет, это как бы такое развлечение, как, я не знаю, как в покатах акционов люди ходят или еще что-то. Здесь это, ну, просто такая развлекуха, ходить в буфеты, потому что они дешевые, так же, как сходить в ресторан, но тут огромное разнообразие, ешь сколько хочешь. Ты в кафе идешь только мексиканское, а там все есть. Да. И сразу и сладкое, и десерты, и фрукты, ну да, и овощи, и напитки любые, все, конечно, что хочешь. Типа, ну вообще, на самом деле, кто живет в отелях, они все туда ходят. Да. Чуть ли не каждый день, конечно, они там кушают. Ну, они туристы не ходят. Да, туристы. Для туристов специально сделано. Тут даже есть такой как бы пас, можно купить на один день во все буфеты и ходить просто там на завтрак, на обед, ужин и в любой... Только я не знаю, сколько это стоит, наверное, очень дорого. Нифига. Наконец-то мы будем с вами прощаться, потому что мы уже пойдем спать. Так что всем пока-пока. Пока-пока.